Здорово, это обзор от Мопорг, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим игру от кинокомпании Lionsgate под названием «Боги Египта». Сразу скажу, что данная игра является неким экспериментом в жанре мобильных игр в качестве рекламы студии своих кинокартин. «Боги Египта» как пробник шампуня, распробовать толком невозможно, так как в игре всего три уровня и два героя. Это Гор, Бог Неба и смертный паренек Бэк, отчаянно пытающийся спасти свою возлюбленную. Но с этим ты помочь ему не сможешь, так как я уже говорил, это пробник, и концовки тут как таковой нет. Есть, конечно, история, поданная через иллюстрации, но сюжетом это назвать сложно. Кстати, мне пришлось пропускать каждое интро, так как ожидание завершения комиксов приводило к крэшу игры. У каждого героя есть щит, обычная и сильная атака при долгом зажатии удара. Помимо этого, Гор способен бросать копья и использовать лагульт. Это как ульт, только он заставляет все на поле боя лагать, так как с оптимизацией тут дела обстоят не очень. Благо, можно понизить настройки графики под свой девайс. Но ты сейчас наблюдаешь максимальное. Как видишь, в игре довольно приятная графика и эффекты. Есть даже физика и несколько красочных квиктайм-эвентов. Присутствуют задатки на раннер, только опять же, сводятся они к тапам в нужный момент. В общем, можно было сделать неплохой экшен в перемешку с уровнями раннера. Но разработчики то ли поленились, то ли банально не захотели. Советую опробовать, а на сегодня тебе хватит. Не забывай поставить лайк, качать игры с нашего сайта бесплатно и смотреть пропущенные видео. Там, кстати, топ пиксельных игр вышел. Если не видел, класс неповидяшки. До завтра!